Продолжаем класс наш, который называется «Детский евангелизм». И если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 и 4 стих, и будем читать. Что-что? 1 Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Я это называю Евангелие в ореховой скорлупе. Понимаете, почему? Нет. Сейчас объясним. Потому что, когда мы учим детей, мы должны помнить одну важную особенность, когда мы учим детей, о том, что Иешуа умер, что он был погребен, и потом Бог его воскресил. Вот этот я имею в виду. Он умер, он был погребен, и Господь его воскресил. Это очень важный подход к обучению детей. Что он умер, жил и воскрес. И никогда не представлять Иешуа в мертвом состоянии. Если мы говорим, что он умер, то обязательно нужно продолжить. Нельзя просто, он умер за нас. И все, он умер. Всегда, когда мы говорим к детям, он умер, но Бог его воскресил. И сегодня он живой. И ребенок тоже должен знать, что он жив. И помните, что для ребенка легко верить, ему не обязательно видеть, он просто верит взрослым людям. То есть, если мы скажем, что Иешуа живет на небе, то он на самом деле будет верить, что Иешуа живет на небе. Если мы учим, что Иешуа живет в сердце, он верит, что Иешуа живет в сердце. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 по 11 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа ха-Машиах», то есть Иисус Христос. Основание нашего учения должно всегда быть Иешуа. Когда бы они мы ни встречались, Иешуа должен быть превознесенным, и это основная позиция нашей жизни, что он умер, он воскрес, и он сегодня, он вознесшийся, и он живет на небесах, и он торжествует сегодня. Римлянам 10 глава, 17 стих, откройте, пожалуйста. Да, Римлянам 10:17. Написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Итак, что мы имеем? Независимо, какой бы возраст ни был, вера приходит через детские сердца, независимо от возраста. И одна женщина поехала в Индию, и она открыла детский дом для маленьких детей. И там было 50 маленьких детей. И все, что она делала, она получила вот это видение поехать, и она служила этим детям. И она вкладывала в них, что Иешуа любит их, и что он любит, и что Иешуа любит этих детей. И каждый день, в какое-то время, она учила о любви Божьей по отношению к ним. И каждый день она говорила о вере. Каждый день она говорила о том, что Писание есть истина. Она читала Писание. И вы не поверите, но эти дети вот, в этом детском доме, они все были верующие через какое-то время. И вот этот фундамент, который заложила эта женщина, представляете, вот 50 жизни измененные,
А они могли бы быть на улице, потому что там очень много бездомных детей. Вот что сделала одна женщина, которая посвятила жизнь, потому что она решила изменить жизнь детей. И опять, она учила о любви Иешуа, она учила о смерти, о воскресении и о вере. И вот однажды в этом интернате одна девочка говорит: у меня есть нужда, молитвенная нужда, потому что тоже учили верить, молиться и верить. И когда ее спросили: а что у тебя за нужда есть? Говорит: а в моей комнате очень темно, и вы же сказали, что написано, что если мы скажем этой горе, и она передвинется. И говорит: вот эта гора, она мешает, чтобы солнце светило в мою комнату, и в моей комнате нету солнца, мне хочется, чтобы солнце попадало в мою комнату. Но и эта женщина, попала как бы в просак. И она говорит: ну что, будем молиться? Но что оставалось делать? И эта маленькая девочка говорит: давай будем молиться. И какое-то время эта девочка говорит: я все молюсь, я все верю, что Господь уберет эту гору. И не поверите, но это случилось. Через какое-то время пришел какой-то человек к ним на территорию и говорит: скажите, пожалуйста, вы в курсе, что эта гора не принадлежит вам? Хотя она там... А он говорит: ну да, в курсе. Говорит: ну вот, у нас есть правительственное решение, нам нужна земля, и поэтому мы будем сюда приезжать и будем очищать для какого-то проекта. Вот вам пример детской веры, да? И гора была убрана, и солнце попало в комнату. Это я к тому, что детская вера, она такая чистая, да. Я помню, у нас в общине было время, одна маленькая девочка молилась: Господи, я хочу, чтобы у папы был Мерседес. Я так хочу, чтобы у папы был Мерседес. Это все, что она знала, Мерседес такой, маленького. И что вы думаете, через какое-то время, Бог не дал Мерседес, а Вольво. Но папа купил, потому что папе вообще Мерседес не нравился, ему нравилась Вольво. А, видимо, она или забывала, или еще что-то. В общем, Бог ответил. И родители говорили, что Бог ответил на молитвы нашей дочери, потому что в естественном мире мы бы так не смогли позволить себе купить. Но сверхъестественно, Бог просто высвободил финансы, и мы купили Вольво. Так что мы учим детей, что Господь сделает то, что Он говорит, и что Его слово верно. И Господь хочет, чтобы все детки знали, что Иешуа придет им на помощь. И мы учим всему тому, что написано в Библии. Так же самое, как и притчи. Иешуа говорил о притчах, но на самом деле эти притчи, они говорили о жизни. И все, что Он говорил, оно касалось жизни, и это была истина, то, что Он писал. Когда мы говорили, когда же можно служить деткам, какой же самый ранний возраст? И мы пришли к пониманию, что... С рождения, да? Есть еще версия какая-то? Да. Молодец! Похлопаю. Вот. Правильный ответ. Да. С момента зачатия. Даже до того, с момента зачатия. Доктора говорят, что зародыш может слышать уже 5-6 месяцев. И если ребенок слышит, то он может слышать голос мамы и папы. И конечно, там вдохновляют верующие вообще доктора, говорят, что очень хорошо, если ждет пара ребенка, чтобы уже начинать говорить с ребенком, чтобы папа адресовал свой голос и говорил уже в животик мамы, потому что ребенок уже слышит. Также можно читать Писание, вот вслух читать, вот когда мы читаем, или просто адресованно, чтобы он привыкал слышать, потому что это все равно это на уровне духа. Музыку можно, прославление слушать, или когда мы поклоняемся. В общем, жизнь ребенок слышит 5-6 месяцев. И мы можем молиться, поклоняться.
Так что самый ранний возраст, самое раннее время – это с того момента, как мы знаем, что ребенок зачат. Откройте, пожалуйста, Иеремия, 1 глава, 5 стих. Кто-то знает наизусть этот стих? Какая глава? Иеремия, 1:5. Это очень знаменитый. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Бог точно знает, когда ребенок зачат. Поэтому, когда придет время, мы вчера говорили о том, как мы обижаем детей. Помните, чтобы не быть равнодушным в обществе, когда такие вопросы касаются абортов, да? И когда нужно поднимать свой голос, чтобы не сидеть и не думать, что кто-то другой пойдет и что-то изменится. Что фактически ответственность на нас, потому что если легализируются аборты, если там еще, я знаю, что в советское время еще давали деньги за то, что вот если аборт ты идешь делать, так они тебе еще платили за то, чтобы ты на работу не пошел. Ну, сколько ты зарабатывал? Больничный. Да, больничный платили. Помните Самуил? Он был посвящен в разуме мамы. Помните, она сделала обет сначала, а потом Бог дал ей. Анна во время зачатия. Ян Креститель был. Он даже был внутри, он начал двигаться, помните, когда взыграл, когда встретилась с Иешуа. И когда Иоанн Креститель внутри своей мамы был, то Господь говорит об этом, что он касается детей, будучи младенцами, будучи в утробе. То, что я хочу сказать вам, оно может показаться радикальным, но на самом деле это есть истина относительно детей. И может выглядеть оно как-то странным, но если я вам скажу, что вот эти маленькие дети, я сейчас говорю о совсем маленьких, вот которые родились и до годика, и там до двух лет, эти, ну, до двух лет это уже другой возраст, но в основном маленькие дети. Вот эти маленькие дети, они не будут вам задавать вопросы. Они не будут проситься в туалет. Они будут принимать Слово Божье, то, которое вы будете им говорить. И очень важно, допустим, чтобы мы могли сделать все возможное для того, чтобы мы могли преподавать Слово Божье в этом раннем возрасте. Например, есть всевозможные колясочки, да, для детей, их положить в эту колясочку. Но прежде чем положить коляску, чтобы преподавать Слово Божье, нужно убедиться, что ребенок накормлен, что он не будет просить кушать. И, допустим, что он сухой и чистый. И когда вот это самое основные нужды усмотрены для ребенка, мы можем легко посадить ребенка и начинать с ним говорить и начинать с ним петь. И я знаю, что, возможно, вот может поможет вам на будущее. Мы сейчас молимся и верим, что Господь поможет нам устроить детскую комнату, знаете, с такими столами, допустим, чтобы было удобно деткам сидеть. Что, например, вот есть такие столы круглые, и там сделать такие проемы, и чтобы они сидели. Для чего? Для того, чтобы удобно. И вот они понимали, что это время урока. И этот стол работает только для урока, вот когда они сидят, и, возможно, еще там покушать. Или вот эти качалочки только для маленьких младенцев, чтобы они спокойно могли сидеть и слушать. А если нету этих качалок, ну если это преподавание в шабатной школе, то мы можем пригласить мам, или если есть волонтеры, которые помогут, чтобы они сидели на руках, и также мы учим.
Для самой маленькой группы у нас еще пока нет этих классов, но мы надеемся, что мы в нашей общине у нас будут такие классы, потому что ну, мы считаем, что это очень важно преподавать и нести Евангелие спасение даже маленьким деткам. И хочу пример показать. Вот попросила Антона, как мы можем. И предположим, что это от нуля до, до годика возраст. И я вам покажу примерно, как вести этот урок. Да? Антон, пожалуйста, возьми музыку. И чем раньше мы начнем с детками маленькими работать, тем эффективнее будет потом в служении. Замечали, как детки хлопают маленькие да, на руках, да? Какую песню мы будем петь сегодня? До года. Вот до года. Подождите. Вот предположим, вот здесь детки, да? Вот вы маленькие детки. И все накормленные, сытые, и они смотрят. И я начинаю: «Здравствуйте, как дела? Ой, ты такая хорошая, слава Богу, ой!» И Олежка такой большой мальчик, он да. будет славить Господа, да. а младенец молчит вообще. А не только младенец говорит. Да, и какой славный мальчик, и чудесный, и будет очень сильный воин в Царстве Божьем. Ну что, деточки, мы сегодня будем славить Бога, да? Слава Богу! Какой прекрасный день! А теперь мы будем петь, и будем петь славу Господу. Какую мы будем петь песню? Как же попасть там на небеса? Ну давай. Самый простой. Хорошо. Это нужно встать. Подожди, подожди. Это детки маленькие, Антон. Мы эту же песню споем для второй группы, хорошо? Но кто-то должен движение будет показывать. Нет, Антон, ты делаешь. А как я с гитарой? Вы заметили? Вы уловили, что я пытаюсь вам сказать? Нет? Помните, я говорила, то, что я вам скажу, звучит радикально, но оно работает. Эти детки, они не будут отвечать, и они не будут говорить, они не будут задавать вопросы, и они вообще не умеют еще хлопать. И все зависит от нас. Но это на уровне духа, и они на уровне духа это они принимают. Они это слушают, и им это интересно. Поэтому поем у нас сегодня. Ну, давай, хорошо. Давай. Так, детки, в общем, слушайте меня внимательно. Хорошо, можно еще секундочку? Ты, когда мы поем или когда играем, особенно вот таким маленьким деткам, как можно больше эмоций. Нет. Поэтому не стесняемся, Антон, да? И мы даже на гитаре подходим, тра-ля-ля-ля-ля сюда, потом пошел туда, и там, а я буду хлопать, или, ну, вообще, сейчас мы покажем, давай. Как же попасть мне на небеса? На велосипеде поеду я. Машину куплю и ракетой сбью. Как же на небо я попаду? Машину куплю и ракетой взлечу. Как же на небо я попаду? Нужен ли для этого самолет? Или кораблик по волнам доплывет? Я никогда не слышал эту песню. Как же на небо я попаду? Как же на небо я попаду? Грехи все оставлю, прощенье попрошу. Этим я небо уже приобрету. Верю я в Иешуа Спасителя. В этом случае хорошо иметь ну, картинку Иешуа, да? В этом Иешуа, чтобы они уже привыкали видеть лицо. Буду на небе наверняка. Верю я в Иешуа Спасителя. Буду на небе наверняка. И мы, когда песня заканчивается, когда песня заканчивается, мы хлопаем. Аллилуйя, аллилуйя, да. И вы увидите уже через, например, через 3 месяца или 4, они уже начинают хлопать, потому что чувствуют, когда или аллилуйя, или там
на небо, они определенные уже начинают реакции на слова определенные. А вторая песня какая? Это для тех же детей. Ну хорошо, сохрани для другой, а я еще... А? Вот эта песня про Авраама, все любят детки, даже маленький возраст. Какая? Иди сюда, Ника, давай. Да, 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 да. Мы детки. Давай. У отца Авраама много детей, много детей отца Авраама. Я один из них, а также ты, прославим Господа. Правой рукой отца Авраама много детей, много детей у отца Авраама. Я один из них, а также ты, прославим Господа. Левой рукой. Было много детей, много детей Авраама. Один из них, и также ты. Прославим Господа. Правой рукой, левой рукой, левой ногой. Много детей Авраама. Один из них, и также ты. Левой рукой. А теперь давайте мы 3 годика или 4 годика, мы все споем, да? Получится у нас? Ну давайте, встаем, да? Деточки, встаем, а? Что-что? Ага. Я вдохновляю вас, представьте себе, что вы детки, хорошо? И забываем о комплексах, хорошо? Ручки, давайте, по швам, ручки по швам, и детки. И будем маршировать вот так. Ага, давай. Много детей у отца Авраама. Олежка, поем. Прославляй Господа. Правой рукой. Авраама, много детей было у Авраама. Я один из них, и также ты. Прославляй Господа. Правой рукой, левой рукой. Авраама, много детей было у Авраама. Я один из них, и также ты. Прославляй Господа. Правой рукой, левой рукой, правой ногой, левой ногой. Много детей у отца Авраама. Я один из них, а также ты. Прославляй Господа. Правой рукой, левой рукой, правой ногой, левой ногой. Прославляй. А теперь я спою эту же песню на английском. Father Abraham had many sons, had many sons had Father Abraham. I am one of you, and so are you. So let's just praise the Lord right here. Ну, так же самое, да. В общем, вы можете петь на любом языке, на иврите, на... Присаживайтесь. Вы пока... Есть еще вторая песня, вы сказали? Какая песня? Сускала. Какая? Но она очень подвижная, она, они, то есть, очень сильная. Ну, давай. Давайте подвигаемся. Маленькая. У нас... Маленькая. Давайте, 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 давайте. Ну, тогда вставайте. Вставаем, встаем. Я, ну, мы, как, я уже часто мы в детских домах проводили, мы как бы перед этим вступительное слово им говорим. Ну, не важно, я думаю, любым детям. Мы им говорим, что дети, о том, что... Нужно свой дом строить на камне. И вы все знаете, что Иисус, Он как бы скала, и мы построим дом свой на камне. И то, что Иисус, Он забрал все наши печали, все наши проблемы прочь, да? И то есть такие движения. Иисус скала, вот так мы показываем, и Он забрал все печали прочь. Лапшуба. Вот это круто. Иисус скала, и Он забрал все печали прочь. Очень простая. Потом Иисус скала. Иисус скала. Иисус скала. А потом в конце, и Он забрал все печали прочь. Ну давайте. Иисус скала, и Он забрал все печали прочь. Иисус скала, и Он забрал все печали.
тебя получается, иди сюда. Иди сюда, иди покажи. Ну, давай, Женя. Руки мои, руки мои, целуют ноги мои. О, для него, для него. Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо. Но это еще не все, мальчики и девочки. Что мы тут имеем? Что мы тут имеем, мальчики и девочки, а? Зеркало. Маленькие не говорят, это уже 3 годика говорят, или 2 годика. Мы можем использовать зеркало, да? Зеркало. Вообще детки любят смотреть на себя, вы знаете? А? Мальчики тоже любят. И вот подходишь, и вот зеркало. И подводишь очень близко к лицу и говоришь: Антон, ты такой особенный, особенный, особенный для Господа. Особенный Господа. Ты такой особенный, Олежка, для Господа. Такой славный. Смотри, Господь любит тебя. Ишуа любит тебя. Как Господь тебя любит. Такая особенная девочка тут у нас. Господь любит. На английском, потому что я знаю эту песню на английском, но на русском тоже можно. You are special to the Lord. You are special to the Lord. For the Lord, He loves you so. And we want the world to know. You are special to the Lord. Эту песню обычно каждому ребенку не отрывают. Допустим, нельзя. Вот. И потом, а потом, слава Богу, и ты особенная, а потом опять. Ты особенная для Господа. Ты особенная для Господа. Господь так сильно любит тебя. И мы хотим, чтобы весь мир узнал об этом. Как Он сильно тебя любит, Иешуа. Слава Богу за эту любовь. И вот идем еще. А это мальчик Коля. Я прошу прощения, как его зовут? Саша. И Саша, Господь любит. Ты особенный для Господа. А если детки уже постарше, 2 годика, и мы говорим: давайте похлопаем, или все вот так вот покажем ему вот так вот и пальчиком, что ты особенный для Господа. Господь так сильно любит Сашу, и мы хотим, чтобы весь мир узнал об этом. Ты особенный для Господа. Спасибо! Господь очень сильно любит. Потом можно еще взять Библию. И чем больше Библии, тем лучше. Тяжелее. Есть Библия, знаете, что вот как вот та вот. Дайте мне, пожалуйста. И вообще, если у вас дома или есть, где написано большие буквы, Библия, знаете, чтобы они запоминали буквы, да? Библия. И это Библия, это Слово Божье.
Я так люблю Слово Божье, потому что Господь живет, ну, потому что живет во мне, и я люблю эту Библию. И опять, мальчики, девочки, если это маленькие, даже маленькие, мы просто говорим, это Библия. И есть основные определенные фундаментальные предпосылки, как мы можем учить. Это значит, должны обязательно быть песни, чтобы... Каждые несколько минут нужно менять что-то, потому что детские, они не могут, да, долго сконцентрироваться на внимании. И вот поются песни, 2-3 песни, потом, например, Библия — это обязательно, вот обязательно каждый раз показываешь Библию, и потрогайте Библию, ну потрогайте, вот это Библия, Библия, видишь, это Слово Божие, это Библия. И вот так подходишь, потрогайте, давайте, это Библия, видишь, это Слово Божье. И некоторые хотят выдергивать, да, слава Богу за Писание. Да. 10 часов, попробуйте. Есть еще одна песня, можно на русском сочинить. Если вы кто-то сочинит на русском о Библии песню, то ты знаешь эту песню, да? Ну, на английском она так звучит. The Bible, Библия. That's the book for me. I standing on the word of God. The Bible. По-русски. Допустим, ну это слишком длинное. Bible. Ну как-то надо, можно придумать другое. Библия. Это Слово Божье. Я стою на нем, потому что это Библия. И, в общем, научить с ранних лет, что Библия — это Слово Божье. И я стою на этом основании. Есть вопросы еще? Откуда у маленьких под впечатлением? Под впечатлением, да? От песен или от того, что мы танцевали? Можно переодеваться для них, да? Чем красочнее вы будете, чем эмоциональнее вы будете, чем больше творчески вы будете подходить, тем лучше. Конечно, для маленьких лет лучше одеваться, ну, соответствующе. Ну, например, в костюме не пойдет. Ну, вот, чем проще, тем лучше. Яркие цвета, да, да. И смотрите, есть люди, которые держат своих детей дома до тех пор, пока они не начнут ходить. А ну, в странах есть традиции, что пока дети не ходят, они дома сидят. А как только они начинают ходить, то они начинают вводить их в церковь, или это как показатель, что они могут уже начать приводить их в Дом Божий. А у многих бывает такое, что пока они маленькие, они приводят, а как только начинают ходить, то они оставляют или сами остаются дома, потому что дети ходят и мешают им поклоняться. Но надеюсь, что предыдущие уроки, которые мы проходили, мы уловили о том, что очень важно. И когда они маленькие, очень важно, даже когда они ходят, приводить их в Дом Божий, чтобы они привыкли. И чтобы, потому что я знаю, даже здесь, возможно, и я знаю, что есть люди здесь сидящие, которые с детства верующие, и которые родители это не давали права выбора, ходить на собрание или не ходить. Как только двери общины были открыты, они были здесь. И сегодня это уже взрослые люди, и сегодня даже вопроса нету, пойти на служение или нет, потому что это стало частью жизни. Это приносит и успех, и полноту, и даже не представляя другой жизни. Я так говорю, Ника, да? Тоже, да? Вот у нас есть люди. Поэтому помним об этом. Как еще готовиться к уроку? Что молиться, вот когда вот даже детки приходят, чтобы занять какое-то время, чтобы просто помолиться, посвятить это время, чтобы пригласить Дух Святой, чтобы действовал в жизни этих деток.
потому что для не имеет значения дети, младенцы или взрослые. И мы сегодня увидели, да, мы сегодня прыгали и хлопали, и вы видели, как атмосфера изменилась, да, потому что мы были как детки, да. И Господь хочет, чтобы мы молились о мире. Можно говорить о мире, например, глобус. Если есть глобус, значит, он держит весь мир в своих руках, он держит весь мир в своих руках, он ведь держит весь мир в своих руках, он ведь держит весь мир в своих руках. Потом можно фотографию мужчины и женщин. Он держит маму и папу в своих руках, он держит маму и папу в своих руках. И потом маленьких деток. Можно тоже рисунки маленьких деток, разных деток. И тоже. Он держит маленьких деток в своих руках, он держит маленьких деток своих. И это нормально петь каждый день эти песни. Пока не надоедает. Не будут по 20 раз, значит, тоже будет 17. Будет развиваться слух. Будет развиваться слух и желание самим потом петь уже даже. Велик мир у тех, кто учит Слову Божьему. И это хорошее место Писания, которое можно использовать во время того, как дети, например, заплакали. Мы молимся о мире. Да, вот и о шаломе Божьем. Если, ну, бывает, что если дети начинают капризничать, лет, и мы поем, находим песни или целенаправленно, если мы подготовлены к уроку, значит, у нас есть песня о мире, есть песни о любви, есть песни о прославлении. И вот мы смотрим, какие ситуации бывают, и мы изменяемся, давайте так скажем, мы гибкие, мы не конкретно стоим и должны вот программу пройти, но мы чувствительны к деткам. Просить деток поднимать руки, даже вот эти маленькие младенцы, мы берем этих, мы им помогаем поднимать руки, если это мама с папой или там кто-то помогает, мы вдохновляем, славим Господа или слава Богу, аллилуйя, так вот мы делаем. Так что мы сегодня научились трем вещам, о чем необходимо говорить. Это что? Это мы говорим первое, фундаментально. Это номер Иешуа, да, правильно. Угу. Да. 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 И вы можете уже готовить, допустим, если вы где-то увидели картинки, где есть или рисунки, где есть Иешуа, значит, вы можете собирать себе, потому что будут внуки, будут дети друзей, но такие вот картинки должны быть дома, и потому что дети любят смотреть картинки, и можете даже у нас в городе, или я знаю, что после служения можно покупать продукцию, всякую, книги, и смотреть красочные книги, вот собирайте коллекцию, потому что вот эти инвестиции, они никогда не пропадут, они всегда они пригодятся в доме, и всегда вы сможете применять для маленьких деток. Значит, мы говорим о Иешуа, мы поем с ними, мы молимся с детьми, обязательно молимся, и мы объясняем, что Иешуа твой друг, он есть Господь, но он умер за тебя, и он Спаситель. И также мы проходим каждому младенцу, и мы проводим время каждому индивидуально. И говорить о том, что он есть пастырь добрый. Есть картинки, где Иешуа пастырь добрый, или там, где он стучит. Вот, собирайте такие. Песни о любви, что Бог любит меня таким, как есть, и мы любим Бога. Читать Писание о любви, которые, ну, выписать слова Писания о любви, и тоже им говорить о любви. Мы можем делать, во время уроков мы можем делать в одном и том же порядке разные вещи. Ну, порядок,
например, песни, мы можем иногда варьировать песни, не обязательно, опять-таки мы говорили, что смотрим по обстановке, или веселую песню, или даже поклонение. Ребятки, а теперь мы будем поклоняться. Когда мы поклоняемся, мы закрываем глаза, мы поднимаем руки. Как мы еще поклоняемся, детки? Мы склоняем колени. Можем, если кто-то хочет склонить колени, вы можете склонить колени. Вы будете удивлены, но дети склоняют колени. Вот если вот так даешь им право выбора, некоторые выбирают. Потом обязательно спросите, есть вопросы у вас, детки? Есть вопросы? И иногда детки задают вопросы, если они уже понимают и старшие. Но обязательно задавайте им вопросы, чтобы они ответили. Сейчас будет перерыв.